Сейчас работа над ошибками. Подожди. Угу. Молодцы, все, молодец, зарегистрировался, человек пришел. Позитивно уже с настроем зарегистрироваться. Значит, он позитивный был, потому что пользовалась продукцией уже. Не пугает ее Oriflame, да? Она увидела в соцсетях только информацию. Что она конкретно такая, я думала, что ей тушь обменяет. Вот они в чем. Ну что, не важно. Условия акции озвучили. Ну, да. Она согласилась с тем, что она услышала. Она могла бы не согласиться, а развернуться и уйти. Да. Согласилась с тем, что услышала. Она получила подарок. А что она получила в подарок? Губную помаду. Получила в подарок. Вот. А сейчас каждый из вас может высказать мнение, как Софья провела акцию по вручению подарка, если кто-то желает высказать. Кто бы сделал по-другому? Я так не буду ничего говорить. Потому что, анализируя ошибки свои, да, то есть плюсы и минусы, вы двигаетесь вперед. Если вы не делаете анализ, вы стоите на месте. Ты? Нет, это Наталья Сведова. Ну, давай Софья сама тогда. Несколько слов. Я, как всегда, у меня начало скомканное, я растерялась опять. Нет, самое главное, вот когда она зашла в начале, вы все трое не знали, что делать. Да, да. Я вижу, что все в стопоре, не знают, кто первый встанет. Потому что мы не распределили, кто. Ну, значит, вот работа над ошибками какая. Да, значит, распределить, кто встречает. Вот, вот у вас, пожалуйста, вы себе пишете уже, что вы должны распределиться, чтобы человек, который заходил, он понимал, что его ждут. Кто проводит? А что встречает, кто-то проводит, тут, извините, не полкилометра, а 3 метра. Так вам надо договориться, потому что она зашла, и все трое... в стопоре. И Софья, то ли встать, то ли сесть. Ну хорошо, встала и пошла. Смелая. Хорошо, Зашка включился. Никто не похвалит, совсем не похвалит. Ну давай дальше. Вот. Ну, в принципе, вот когда человек заполняет, уже видно, о чем с ней дальше можно говорить. А если он отмечает нет, то нет и нет, все до свидания. Ну, как бы спасибо, все до свидания. Нет, это не значит никогда. Просто нужно пообщаться, почему нет, вы не хотите. Иногда бывает, вот если мне человек не нравится, я не буду с ним разговаривать. Угу. Но если мне человек нравится, я обязательно с ним пообщаюсь на предмет, а почему нет. Угу. То есть вы не хотите карту дисконт. Она, может, не знает, что такое карта, и на всякий случай написала, что нет. Угу. Теперь вот дальше. Значит, ты провела все, девушка сказала, да, дисконтную карту хочет. Самое первое, что нужно сделать, это... Взять контакты. Конечно. Она уже написала, да, она хочет. Угу, угу. А ты ей начала рассказывать, и она начала загружаться. Ну, с точки зрения, ой, не знаю, получится ли у меня там это угу. 1000. Ты видишь, каталогов у тебя в достаточном количестве, дай ты с собой, можешь всегда. Угу. Самое первое, это берется контакты. А потом уже ты рассказываешь, что ей нужно сделать. Угу. И сделать не так, что вот давайте я вам расскажу, что такое дисконтная карта. И вы еще примете решение, да или нет. А именно, она уже все, она тебе данные дала. Я данные на обороте записываю тоже. Но ты у нее не все данные взяла. Ну вот у нее телефон тут написан, дата даже рождения. Дата рождения здесь написана. Электронного адреса. У нее нету электронного адреса, вот. Да. Значит, и ты ей говоришь уже с точки зрения команды, что она должна сделать. Значит, я специально озвучила слово «понедельник». Потому что вы начнете тут до 5-го. Если у вас акция до 31 января, так вы и скажете до 31 января приходите. Понимаете? Четко в понедельник человек с заказом должен быть. И ты рассказываешь, понедельник, условия акции такие. Давайте я вам расскажу, как выгоды получить. Приготовить заказ к понедельнику на сумму минимум 1000 рублей, потому что вы получите кучу подарков или там массу подарков. У вас будет бесплатная регистрация. Если она на 1000 не сделает, ну, ты тут же говоришь, что если будет заказ меньше на 1000, просто 149 рублей заплатите за регистрацию. Если больше, чем на 1000, вы получите то-то, то-то, то-то. То есть ты ей даешь уже четкую команду, что она должна сделать. А не так, что давайте я вам расскажу, понравится вам, так вы сделаете, а не понравится, нет. И тогда вы уже все понимая, расстаетесь. Юлия, 5 рублей.